С самого утра для оказания помощи населению в районы выехали группы спасателей. В Хосте убирали деревья, упавшие на федеральную трассу. Для этого на некоторое время пришлось перекрывать дорогу. В половине десятого на двухпутном перегоне Дагомыс-Сочи произошел сход селя. Жертв и пострадавших нет, но было задержано движение пригородного поезда, следовавшего по маршруту Адлер-Майкоп на 25 минут. Для ликвидации последствий со станции Сочи была задействована восстановительная техника и более 50 железнодорожников. Движение осуществлялось по соседнему пути и уже восстановлено. Из-за аварийного отключения электроснабжения в 8:45 была остановлена водопроводная насосная станция ЛОО. Перебои водоснабжения несколько часов испытывали жители в поселках ЛОО, Верхняя ЛОО, Уч-Дере, Дагомыс и Волковка. В Лазаревском районе в школах и детских садах детей распустили по домам. Большое количество осадков выпало в центральном районе. Некоторые подземные пешеходные переходы были залиты водой. В микрорайоне Ареда подтопило несколько автомобилей, что привело к транспортным заторам на ближайших улицах. Один из автомобилей пришлось вытаскивать спасателям. Подразделения и МЧС, как федеральные структуры, и Кубань-Спас, и муниципальная служба спасения отработали по своим направлениям по всем районам. Вопросы информирования, оповещения, необходимых местах откачку воды. Благодаря слаженной работе спасателей, полицейских и других служб города режима ЧС в Сочи объявлено не было. В ходе заседания комиссии решался вопрос только о введении чрезвычайной ситуации локального характера. Но ее объявлять не стали, так как ущерба имуществу нет. В режиме повышенной готовности остается весь Большой Сочи. Что касается рек Ира и Западный Дагомыс, которые днем вышли из берегов на федеральную трассу, то сейчас их уровень в норме. Река Ира и Западный Дагомыс подтопились исключительно потому, что нет пропускной способности в море. Почему? Потому что там есть подпорка. Эти реки федеральные. Следить и производить очистку русел должен собственник. Глава города обратился в Министерство природных ресурсов края с просьбой помочь решить эту проблему или разрешить муниципалитету самим ее устранить, чтобы избежать последующих подтоплений. Кроме того, комиссия приняла решение о необходимости установки управления федеральных автомобильных дорог Черноморья-Ливневок на трассе в районе Дагомыса. Ведь их отсутствие или несвоевременная очистка приводит к затоплению улиц. Я заметил, что не очень-то у нас оперативно срабатывают дежурные бригады. Я это вижу и по федеральным дорогам. Я это видел и на улице, скажем, Армавирской, когда ливневка забилась и некому ее почистить. Поэтому, значит, требую, чтобы главы районов, просто-напросто все управляющие компании, все те, кому вы платите деньги за то, чтобы они содержали ливневки, работали. Пожарные и служба МЧС работала оперативно и быстро. Служба спасения, полиция отреагировала быстро. Что касается погоды, то, по словам руководителя Сочинской гидрометеостанции, таких ливней уже не будет. До конца следующего дня ожидаются слабо умеренные осадки. Тем не менее, группы спасателей сформированы, подготовлены и автомобили повышенной проходимости со всем необходимым оборудованием и снаряжением. А жителям и гостям курорта нужно быть бдительными и в случае опасности быть готовыми к эвакуации. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.